Vediamo un po' come va. Такая общая зона для отдыха. Какой-то препарат непонятный для чего. Наверное, самогонный аппарат, как всегда. Да, итальянцы пьют вина очень много, а курят это вообще тихий ужас. Я думала, в России больше курят, но это вообще ничто по сравнению с Россией. Такой там балкончик, а там еще балкончик. Тут, наверное, соседние дома. Это вот тут зона для завтрака. Зачем, значит, столик? Слышу улицу. Кухня ресторана. Там крыши, крыши, крыши. А это куда идет тогда? Мне это крыши нравятся красивые. Так, тут финка. Кошечка, кошечка. А тут выход, это чей-то балкон. Я ж говорю, курят. Опускают Италию по полной программе. Тут больше не видно. Угу. О, там как красиво, я вот этого не видела. Какая красота. Ну ладно, пойдем обратно. Но уже со мной. Красота. Наверху что-то есть. Ну ладно, хватит тоже.